Проспекты – не место для парковки. В набережных Челнах на спецстоянку помещено более 3000 автомобилей. Автоинспекторы напоминают, что если машина мешает снегоуборочной технике, то ее эвакуируют. При этом владельцу железного коня придется оплатить не только административный штраф, но и услуги эвакуатора, а это около 3000 рублей, а также пребывание на спецстоянке. Один час на который обойдется в 59 рублей. Зимний сезон для сотрудников предприятия автодорог начался. Работы хватает. Впрочем, усилена деятельность и автоинспекторов. Сейчас они особенно бдят за машинами, оставленными на основных проспектах. Припаркованные неправильно автомобили, они создают помеху не только другим участникам дорожного движения, но в первую очередь снегоуборочной технике. Мы все недовольны, когда у нас дороги не чищены, но если вдоль края проезжей части вереницы автомашины, как куда деваться, как работать надо с снегоуборочной техникой. Поэтому, согласно правилам, если есть помеха, ее устраняют. В данном случае отправляют на специальную стоянку. Аркадий Кадиков добавил, что цель не оштрафовать большее количество автолюбителей, а дать возможность дорожным службам произвести уборку снега. Дороги были не зауженные, а широкие, чтобы спокойно был хороший трафик для общественного транспорта, для других транспортных средств. И тогда у нас проблем, я думаю, не будет. Но с таким мнением согласны не все челнинцы. По их словам, даже если помехи нет, то уборка порой проводится не своевременно. Есть скользкие дороги, и ноги больные, очень тяжело ходить. Есть такие скользкие места, где опасаешься идти. В Усманово есть участок, не убирай тротуар. От Пушкинской и к 45-му. Оттуда. Центральные трассы очень хорошо убирают, а вот насчет местных трасс бывает хорошо и бывает не очень. Я вот как автолюбитель это говорю. Но есть и те, кто доволен уборкой снега в Автограде. Мы недавно переехали сюда и проблем не видим. Для нашего... Мы жили в маленьком городе, там были маленькие дороги, узкие, не чистились. А тут широкие проспекты и все классно убирают. Дороги более-менее нормально убираются. По сравнению, мне кажется, вот я был в других регионах России или еще где-то, в Татарстане вообще дороги, мне кажется, самые хорошие. Я думаю, что все стараются на все 100. По крайней мере, у нас дворники выходят утром рано и вечером стараются убрать. В зиме предприятие автодорог Челнов приготовило 2500 тонн соли, 1000 тонн пескосоляной смеси. Ежедневно на уборку выходит от 95 до 120 единиц спецтехники. Но, как говорят сами сотрудники ПАДа, не хватает рабочих рук. Некомплект более 30%. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, Челны 24.